район Николаева. По местам недавних боев движутся вперед войска 3-го Украинского фронта. Навстречу им уныло плетутся колонны пленных, остатки разгромленных немецких дивизий. В течение нескольких дней происходила ожесточенная и упорная битва за город. Враг потерял много техники. Превращенная силой нашего огня в груду бесформенного металла, она усеивает подступы к Николаеву. Отступавший в панике враг оставил целые партии исправных автомашин, тягачей, орудий. Немцы приложили немало усилий, чтобы сделать Николаев неприступным. Они изрезали улицы окопами, соорудили огневые точки, проволочные и противотанковые заграждения. Но ничто не помогло. Войска 3-го Украинского фронта овладели городом Николаев. Чудесный солнечный Николаев искалечен врагом. Сожжен городской театр. Разрушены центральные кварталы и предприятия города. Крупнейший на юге страны Николаевский элеватор. Он был заминирован, но взорвать его немцам не удалось. Судостроительный завод имени Марти. Его цехи разрушены оккупантами. Придет время, и снова оживут верфи завода-гиганта. И снова с его стапелей будут спускаться на воду новые советские корабли. Снова оживет один из наших крупнейших портов на Черном море. Сегодня Николаев празднует свое освобождение. Рабочий завода номер 61 Дмитрий Анисимович Бандурко с риском для жизни спрятал советский флаг и бережно хранил его в черные дни оккупации. Таких флагов в Николаеве много. Советские патриоты бережно хранили их. И теперь флаги развиваются на центральной площади Николаева. На общегородской митинг собралось 15 тысяч человек. Бывший директор школы номер 5 Варвара Владимировна Зайко говорила о тяжелых днях, пережитых городом, о советских людях, не склонивших головы перед врагом. Рабочий завода имени Марти товарищ Гришинев заявил: «Мы не пожалеем сил для восстановления родного Николаева, славного черноморского рабочего города. Великая благодарность Красной Армии за освобождение!»